Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть Last Day on Earth, и в этом выпуске я хочу сходить в Красный лес, то есть Красный сосновый лес, максимально сложную зону, но для начала я хочу быстренько сделать стол медика. Ну, как видите, ресурсы для него нужны очень простые, просто доски, металл, изолента, гвозди и пустые бутылочки, и швейный стол. Здесь все еще проще. Эти два станка реально очень полезны. Во-первых, в швейном столе мы сможем сделать из волокна разорванную ткань, а из нее делаются бинты, или, например, из разорванной ткани мы сможем сделать обычную ткань. А, естественно, в столе медика из ягод мы сможем получать спирт и потом делать аптечки. Для чего нам это нужно? Чтобы нафармить большое количество аптечек, мне нужно где-то, ну, может быть, 6-8 стаков аптечек, чтобы убить громилу. У громилы 1000 хп. Громилы водятся в красных зонах, вот как раз в красном лесу или в красных горах, а также в зараженном лесу громилы, кажется, есть всегда. Ну вот, все, теперь мы собрали все компоненты на стол медика. Швейный стол я уже сделал, пока рассказывал. Соответственно, сейчас мы их с вами установим. Но где устанавливать, я пока что не знаю, потому что здесь слева у меня стоит оружейный стол, и чуть ниже я хочу собирать вездеход, но это будет чуть-чуть попозднее. Так, но мне здесь не хватает на самом деле алюминия. Алюминия не хватает очень много. Ну, ящики это легко, ящики сделаем. Ну, еще плюс гаечные ключи нужно выбивать. Ладно, к этому вернемся чуть-чуть попозднее. Наверное, поставим сюда в проходе, потому что, в принципе, у меня здесь ничего нет. У меня стенки здесь уже улучшенные, так что их не сломают. Давайте быстренько. Ну, в смысле, зомби не сломают. Давайте быстренько вот это все устанавливать. Все, отлично. У нас с вами есть и швейный стол, и стол медика. Теперь можно здесь все крафтить. И, соответственно, да, по громилам. Я сколько раз приходил в красные зоны, у меня там постоянно всегда были громилы. Ну, просто всегда. У меня ни одного такого случая не было, чтобы там его не было. Я ходил туда раз 5-6 и постоянно натыкался на них. То есть из-за этого я просто на это дело забил. Когда мне на стриме сказали, что у человека там не было громил, я, честно говоря, очень удивился. И хочу сходить и проверить эту фишечку. Может быть, просто зону нужно перезагружать. Если пришел громил и есть, плюнуть на него, уйти, прийти еще раз. Ну, в смысле, сходить в другую локацию, вернуться в эту, и, может быть, повезет, и загромила не будет. Так, сейчас с вами умоемся, чтобы убрать запах, и идем туда. Так, первый заход. Я с собой взял пистолет. Да, он здесь, отлично. Я одел нормально. Блин, этот звук, он все время так запаздывает. Я взял с собой бинты, просто потестировать, как они лечат, как он наносит урон через эту броню. Наносит он по 17 урона. Естественно, бьет он очень быстро. И пистолет ему наносит по одному урону. Если не ошибаюсь, винторез ему наносит 2 урона, дробаш ему наносит 3 урона. Убивать я его сейчас не буду. Это я просто пришел потестировать, потому что у меня очень много пистолетов. Мы с вами на прошлом стриме устраивали небольшой open case. У меня этих пистолетов сейчас штук 10. Мне все равно просто хилок сейчас не хватит, и броню я тоже полностью ломать не хочу. Все, ладно, пошел отсюда, попытаюсь перезапустить зону. Еще один заход, опять несется, погнали отсюда. А громилы нет. Это хорошо, я все выложил лишнее, все в доме, всю броньку оставил. Ну, комплект спецвойск я умею делать сам, просто сам скрафтил и все. А пистолеты и хилки я выложил дома. Я так сначала хотел все-таки попытаться его убить, но потом понял, что нет, хилок мне просто-напросто не хватит, чтобы его замочить. Плюс я понял, что комплект брони сломается и... Откуда взять второй? Он сразу начнет дамажить гораздо сильнее. И, наверное, подожду апдейта следующего. Может быть, все-таки введут металл, и можно будет тогда сделать себе побольше рюкзак и с собой еще один комплект брони взять, и тогда, возможно, будет шанс его убить. Давайте посмотрим, что сейчас. Нет, давайте убьем бегуна. Есть. А, блин, токсичный пришел. Нету, видите, громилы нету, действительно. Действительно, я так увлекся рассказом, что совсем как-то... Не подумал о том, что действительно громилы нету. Это получается у меня сегодня третий заход сюда. То есть я уходил из этой зоны в другую, она полностью перезапускалась. Мы с вами возвращались сюда. Давайте-ка сейчас быстренько убьем толстячка. На, получи. Пойдемте посмотрим, что в ящиках, что в сумочках. Потому что здесь на самом деле очень много всего классного. Может быть, это же сложная зона. Может быть, даже купоны какие-нибудь хорошие. Это что такое сейчас происходит? Это что такое? Черт, это винторез! Вау, меня кто-то убил при помощи винтореза? Ну, в смысле, НПЦ с винторезом пришел? Блин, я просто был в сундуке, и радара не было в сундуке, когда находишься. Я не видел, как он подбегал, и не слышал, и услышал только выстрелы. Вот зараза. Слушайте, ну хорошо, что я все выложил. Но с другой стороны, если бы я все не выложил, я бы его сейчас замочил бы, и винторез получил бы на халяву. Ладно, бог с ним, пойдемте еще раз. Как раз все равно сейчас зона перезагрузилась. Еще раз протестируем. А? Еще один токсичный. Че, плеваться не будешь, что ли? Ну ладно, давай так подеремся. Хорошо. Я не против. Так. Здесь у нас кто с вами стоит? Толстяк. И бешеный волк. Ну, давайте, наверное, на самом деле к толстяку подкрадемся. Ударим его вот этой махалочкой. Давайте. Оп. Нормально. И добиваем. На волка переключились.
О, игрок с такой же махалкой. Не тупим, не тупим. Игрок с такой же махалочкой. Мы ему побольше всекаем. Толстяк. А-а-а, блин, ударил меня гад, а? Ну хорошо, хоть не плюется. И то слава богу. Вау, ты чё каждый раз подпрыгиваешь-то? Ты что-то зачастил, друг мой. Есть, отлично, мы его убили. Слушайте, да это просто праздник какой-то. Вы посмотрите, сколько ресурсов, обалдеть. Это просто вау. Ладно, бронька поломанная мне не нужна, это мне все не нужно. Не плюешься, нет? А, блин, обманщик. Я думал, что ты не будешь плеваться. А ты плюнул все-таки. С этих что-нибудь у нас есть? Так, здесь ничего. С толстяка веревки, с этого мяса, я понял. Кто там бежит? Токсичный зомбарь, токсичный зомбарь. Они вдруг дружку плюнули, кстати. Это, вот это кайф. Вот это реально кайф. Ап, черт. Слушай, а в меня попал сейчас урон или нет? Я не обратил внимания. Или урон на себя токсичный принял. В принципе. Так, у нас бронька сломалась. Давай я у тебя заберу, что у тебя там осталось. Вот это у тебя поломанное тоже, да? Я у тебя заберу. Давайте посмотрим, что в ящике в этот раз. Ну так, обычные компоненты, ничего сверхъестественного. Давайте дальше посмотрим. Опа. Успел. Нормально. Оружие сломалось. Это мне неинтересно. Берем кувалдочку. На самом деле здесь очень много опыта. Бинты. Параболические антенны. Это тоже к радиовышке детали. Гаечный ключ. Отлично. Гаечные ключи мне реально нужны. Что у меня по идее? Еда 97-97. Нормально. Так. Погнали дальше наверх. Еще один ящик вижу. Там, здесь еще один ящик. Вы посмотрите, сколько ящиков. И без громил теперь это все можно фармить. Как я раньше об этом не знал? Еще одна антенна, но еще одну мне не нужно. Просто реально не нужно. Куда мне столько их? Что мне с ними делать? Солить, что ли? На, держи. Ну-ка. Отлично. Отлично. Кто там бежит? Ай! Нормуль? Откуда ж вас здесь столько, а? Ничего интересного. И мы с вами полностью глышом. Кто бежит? А, еще один, блин, зараза. Да умри ты, гад, хорош плеваться. Хорош плеваться, умри. Так, давайте смотреть, что у нас в ящиках в этот раз. А вот это реально неплохо, смотрите. У нас здесь с вами лежит красный купон. То есть здесь теперь можно фармить эти зоны. Просто таскать отсюда красные купоны. И каждому открытию бункера Альфа быть готовым, чтобы взять себе максимальную коробочку. Опа! И еще один красный купон. Бензобак не нужен, потому что там нужен всего один бензобак, если не ошибаюсь, а у меня их уже три. И вот таким вот образом можно довольно-таки быстро фармить себе купоны, потому что когда действительно там нету громил, все остальные тебе не представляют угрозы, ты перезагружаешь зону раз за разом и фармишь, то есть просто пробегаешь там по сундукам, все собираешь и по новой перезапускаешь. Так что давайте мы с вами... Сейчас устроим еще один маленький open case. Я все еще надеюсь, что мне выпадет бензобак. Я его очень жду, но выпадает колесо. Мне выпадает колесо. Хотя, в принципе, очень много оружейки. Вот это вообще классная пушка. Полностью модифицированная. Много оружейки выпадает. Это хорошо, ладно. Еще один противогаз. Здесь у меня не было, ладненько. Бензобака в этот раз не было опять. Здесь у нас что с вами будет? Здесь с вами еще одно колесо. Еще один усилитель сигнала. Просто красота. Ну и давайте откроем напоследок зелененький сундук. Посмотрим, что в нем. Но я не думаю, что здесь мне повезет. Нет, конечно же, здесь мне не везет. Здесь отсюда, мне кажется, бензобак-то и не может приехать. Но хотя бы мы отсюда с вами вынем очень много всяких других полезных вещей. Таких хотя бы как аптечки. Соберем с вами как можно больше лечилок. И я думаю, что в будущем обязательно убьем с вами громилу. Ну, с громилы выпадает все-таки ключ в какой-то бункер. Пока что этот бункер недоступен, поэтому сейчас убивать его смысла нету, а в будущем он будет. Так что пособираем себе хилки, нужно собрать как можно больше, чтобы не париться. Желательно все-таки иметь, наверное, большие аптечки, потому что их хватает, ну, они полностью восстанавливают здоровье, их хватает примерно на где-то на 2-3 удара громила отличиться.
Так, колеса-то мне в таком количестве не нужны. Что мне еще отсюда собрать? Алюминий, вот видите, алюминий выпал. Это классно. Алюминий, это очень хорошо. Вот бензин заберем, газовая маска, можно будет еще раз сходить в ту комнату, может быть, там что-то будет интересное. Ну, буду стараться себе выявить все-таки бензобак, и, может быть, мне повезет, и я сделаю себе наконец-то чоппер, потому что до сих пор у меня его нету. А на этом все, друзья. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился или был полезен, например. Если так, пожалуйста, ставьте лайки, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Кстати, сегодня, если не ошибаюсь, вечером будет обновление, ну, посмотрим. Они вроде как в конце недели его обычно делают, соответственно, ну, надеюсь, что действительно сегодня оно будет. Соответственно, как только оно выйдет, посмотрим, что в нем будет, и я, естественно, сниму по нему выпуск обзорный, если там будет что-то интересное. А на этом все, друзья, не забывайте подписываться и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Удачи, пока, надеюсь, вижу вас в следующем выпуске.